Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить простое, но очень вкусное блюдо на ужин или на обед, это уже как хотите, из куриного филе. Также куриное филе можно заменить куриным бедром, тоже будет очень вкусно. Мне нужен будет еще баклажан, его можно заменить кабачком или же в это блюдо добавить и кабачок, и баклажан, такие вот небольшие. Одна луковица, чеснок и соевый соус. А теперь давайте начнем приготовление этого блюда. Филе нарезаю некрупным кусочком. Нарезать теперь буду баклажан. Я его почистила, потому что он может дать горечь, а мне это нежелательно. И нарезаю его вот таким вот толстеньким кусочком, крупным. Лук вы можете нарезать полукольцами. Я его буду натирать на мелкой терке, потому что моей семье не нравится, когда попадается лук. Поэтому я буду добавлять туда кашицу. А вы просто нарежьте его полукольцами. Чеснок мелко-мелко нарезаю. Можно, конечно, натереть его и на терочке. Видите, как лук не любят, а чеснок любят. Рецепт я напишу в описании под видео. В чашку выложила мясо и к мясу добавляю баклажаны. Крахмал. Все это хорошо смешиваем. Я смешиваю прям руками. Сковородочку отправляем на плиту. Наливаю растительное масло. И до золотистого цвета я буду сейчас обжаривать мясо и баклажаны. Ну, мясо вместе с баклажанами. Добавляем черный молотый перчик по вкусу. Чесночок, лучок. Теперь добавляю водичку, соевый соус. Хорошо это все перемешиваем. Добавляю еще зеленую фасоль. У меня фасоль мороженая. Аккуратно перемешиваем и будем тушить еще минут 10. Прошло 10 минут. Блюдо готово на обед или на ужин. Будет очень вкусно. Подавать его можно с любым гарниром.